Доброго ранку, ми з України. Ну що, усе вдягнула, значочок є, брілочок на рюкзачке, от, браслетики теж готові вроді. Все, новенькі, отлічненько, все, можна день починати. Народ, привіт! И сейчас у нас распаковочка украинской символики. Нам ее доставили прямо домой. Приятно. Не надо было на почту ехать. В Эмиратах сейчас жарко. Так что на почту не сильно хочется ехать. Думаю, это прекрасная шапочка. Ух, с таким узорчиком. Смотрите даже. Опишите, ну, что ж ты мне такую не заказала? Ну, ты, мы тебе футболку заказали. Смотрите, узор, кстати, пишите. Напоминает, по-моему, или буковинский, черивинский, чи скіпщини. Я вот щойно подивилась. Ну, еще буду рада вашим комментариям. Так, как я так аккуратненько открыть. Шуршу вам сегодня много, извините. Угу. Так. Вот такая вот симпатичная шапочка. Потом выйдем на улицу и вам покажем обязательно. Она небольшая или это? Шовчик странный. Ну, если большая, как раз тебе достанется. Дайте... Здрасте, я не поняла, Мишу. Нормально. Нормальная заявочка. Достанется тебе. Так, вот когда вот выйдем на улицу, обязательно вам ее покажем. Но как, конечно, вот шапка-вышиванка такая. А чего она? Ну, приятно. А в середине она тоже такая? В середине тоже такая. Так ее можно и той стороны. Никакого лейбла здесь нету. Наверное, можно... А, слушай, наверное, она это шов наружу был, да. Вот я такая вообще не поняла. Слушайте, прикольная вещь. Значит, меня померяем и посмотрите, как мы в кадре в ней смотримся. Как я смотрюсь в ней, как смотрится Наташа. Даже напишите в комментах, кому она должна достаться. Мне, конечно. И вот у нас еще футболочка должна здесь прийти. Ну, вообще, много всякой символики должно прийти. Это должна быть для Наташи футболочка, потому что у нее практически нету футболочки с украинской символикой. А ну, подивим. Какая сегодня страна вот тут. Ой, что это? Так, чтоб не шуршать. Ну, конечно, потом оденем все и пройдем. О, и шапочку, а и футболочку. А она не хлопковая? Бог не знаю, мой. Думала, что хлопковая. Я тоже думала, что ну, такая себе какой-то такой. А это чистый полиэстерчик? Да, такой полиэстерчик чистый. Ну, красиво, конечно, не знаю. Да, тяжеловато будет в такой ходить, но... Ну, а сколько она коштовала? Я не помню, все укажем в этом, все укажем в титрах, и потом еще оденем. А еще зараз выйдем, надену, а ну, посмотрим. Не-не, сейчас мы не будем, показывать полицию нашу квартиру. В общем... А, тут еще сзади, подожди, я зачекаю. О, прикольно, она не такая была, как бы. Ага. Она была только с одной стороны. Ну, але розчарування тільки в матеріалі. Ну, але да, матеріал, ну так, конечно, очень классно. Яркая футболка и... В общем, когда оденем футболочку и шапочку, все покажем, и сами уже оцените, напишите коммент. Ну, ежели чего, буду на работу ездить. Ну, тогда, получается, у тебя все равно футболки нет. Ну, ладно, мы решим. Народ, ну что, вот мы приодели подарочки, так поняли, что шапочка достанется Наташе все-таки. Ну, прикольно она и смотрится. А моя футболка, ну вот, знаете, я в ней проехала, сейчас не жарко абсолютно, хотя температура за 40. И мне комфортно, мне, ну, Наташа. Подержи себе палочку, как она сзади видно. Сейчас еще в ней потренируюсь, но вообще круто, мне нравится. Пока вот. Пока мы так поделились. Там а вот. Мне шапка нравится. Надо еще немножко подогнуть, и все будет нормально. Там как пойдет. Не идет, да? Да, все. Так что мы довольны, по крайней мере, подарочками. Все нормально. Еще ждем значки, брелки, браслеты. И вот чем куча всего. У нас уже на эти браслеты уже сколько было, мы уже раздали. Уже штук 5. Да, меня штук вот. 5 раздала уже и в школе. Тем, кто поляныте говорил, и друзьям здесь. В общем, ждем еще. Все покажем. Ну что, очередная посылочка пришла. Сейчас интересно, что это, потому что и значки заказывали, и брелки, что это вот такое. О, значки, ну как, покажи, красивый. Сейчас откроем. Ну, мне нравится, яркий, по крайней мере. Очень приятно будет одеть на футболочку. Ой, какая она маленькая. Ой, сейчас. Вылазь. Наташа как раз маникюр сделала. Поэтому, по-моему, у нее лак еще не высох. Самая беспомощная людина данной земли – это жінка с маникюром. Украина, Украину переверни, как, что там еще?
Ну, такой нормальный себе за... А сколько это штук? А я не помню, тут 12 штук я заказывала. И, по-моему, там, ну, меньше долларов стоит. 2, 4, 6, 8, 10, да, 12. 12. Ну, все, значит, оденем, треба дивитися, оденем тех, кто у нас про поляницу рассказывал, да, сами. Гарный, слухай, гарный. Да, я такой и выбирала. Там, как бы, были много вариантов. И я выбрала самый яркий, чтобы было видно, жовто-блакитный была, и Украина, и Украина. В общем, приятно. Да, мне нравится, в общем. Одену в школе, покажусь обязательно и подарю людям, которые тоже с радостью будут его носить. Все, всем слава Украине! Героям слава! И вот снова к нам пришла прекрасная посылочка. Привет! Распакование. Так, что это? О, ой, брелочки. Ух ты, какие гарные! Ага, вот такие ух вот. Ты, ух ты, ух ты! Красиво, 12 штучек, смотрите, какой я заказала, да, похоже, как символ Львова, открыли. Лев, казак, трезубец, флаг, о, Наташа открыла уже, такой прикольный, подарю всем, кто участвовал в видео про поляныцу, посмотрите обязательно, Наташа, расскажи историю, как ты их забирал, еще курьер мне так долго звонил, я была с уроками, никак ага. не могла ему ответить, куда выйти. Так, он мне отдает эту посылку, я ему отдаю грошенятка. Ой, гарно, гарно. А він спитає, а звідки ти? А я кажу, з України. Він каже, чесно, з України? Я говорю, ну так, з України. А він, о, это, бо... він каже, о май гад, I like Ukraine. Я support Ukraine, я підтримую Україну. І, ну, він дещо потім сказав про іншу країну, але я не буду казати. Звідки він? І я спитала, звідки він, а він каже, я з Пакистана. І ще раз повторив, I love Ukraine, він сказав. I love Ukraine. Я навіть не знаю, мені дуже було приємно і неочікувано це. Ось так. Так що от така історія сьогодні. Ось очередная посилочка к нам прийшла. Сейчас посмотрим, что здесь. Мы заказывали браслетики. Уже все такие знакомые, как Мэриам, надо ходят в браслетиках уже. Только они вот такие, как у Наташи вот сейчас, жовто-блакитные. Да. А мы еще заказали синий, чтобы тоже красиво было одеть. О, ничего не вижу. Через камеру. Наташа тоже через камеру смотрит. Ну, красивые. О, гарни, слухай. Ну, вот классно. Вот еще сейчас будем людям... раздавать. А ну давай одевай, посмотрим, что там с размером. А ну как смотрится? Не знаю. По-моему, очень красиво. Что? Ну, гарно. Что мне подобается. Скажете? Ну да, слушай, необычный. Общем, а сколько тут? Тут 10. Ну все, супер, отличненько. Хорошие, отличные подарки, сувениры. Все, отлично. Слава Украине. Героям слава. Ну вот последняя посылочка наша пришла. Наташа шутит, непонятно, что там прислали. Надеюсь, прислали то, что мы заказывали. Мне, мы ждем, ой, так, в принципе, а что так много? Так потому надо? Что я заказала 10 и 10, по-моему, 20 браслетиков. Желтеньких теперь. У Наташи синенький, Наташа, покажи ручкой. Да, красивый синенький. Уже раздали все. Серьезно? Да. Что? Уже все раздали. Всем раздали. И сейчас. Ух ты. Ой, красивый тоже, желтенький. Ну, вот это как раз 12 класс заканчивает, надо будет им пораздавать. Девчонки просили. Красота. А ну, одень на ручку рядом с синим, потому что у того же человека заказывала. Опусти ручку чуть-чуть, сейчас, в кадр попасть. Что-то сделаем. Ох ты, ну красиво тоже, только тут трезубец. Флажок могли бы и поближе сделать. Ну, я сразу с критикой. Ну что, в общем, 5, красота. 7, 8, 9, да, вроде 10. 10, ну и там это. 10. Народ, ну что, футболка оказалась прикольная. Она очень тонкая, несмотря на синтетику. И даже в жару, в принципе, мне ходить нормально. И я в ней тренируюсь в зале, мне нравится. Тем более рисунок и спереди, и сзади. Очень здорово. Вот, кассетик уже одела. Все классно, все подходит. Друзьям подарки раздаем. Все, пошли тренироваться.